Вы знаете, я на самом деле доволен тем, что мы хотя бы в чем-то солидарны. То есть, ну, это отношение к кошкам. Да, да. Это очень мощный фактор. Да. И мне кажется, что не хватило вот 24 минут для того, чтобы мы все-таки разобрались, что есть наркотики, что нет наркотики. Я старался вас как-то спровоцировать, но вы очень как-то так дипломатично уходили от... Вы знаете, такого жесткого разговора. Есть такое понятие «социальный договор». Угу. Да? Вот государство с жителями. Угу. В общем, жители населения и население Земли приняли эту точку зрения, что некоторые вещества все-таки наркотики. Угу. И только небольшая часть жителей нашей планеты считает, что это не наркотики. Угу. Их примерно 1% населения Земли. Угу. Все остальные, я уже не говорю о строгостях мусульманских стран. Я одного профессора из Кувейта спрашивал, почему. Угу. Он говорит, все очень просто. 5 раз в день молиться нужно. Угу. А перед Богом надо быть трезвым, с чистой головой. Поэтому никакие наркотики, никакой алкоголь не допустим в принципе. Угу. Так что мне очень близка, честно говоря, эта мысль. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».